Дорогие вангородцы, вот подходит к концу 2021 год. Год прошел у нас под девизом «Ивангород на пороге открытий». Действительно, много хороших мероприятий, много событий и много проектов было реализовано в этом году. Одна победа нашего второго областного хорового фестиваля, который прошел в Вангородской крепости, был удостоен гран-при самого популярного конкурса в сфере туризма. Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в нашу обычную повседневную жизнь. Но я могу четко сказать, что те планы, которые мы с вами наметили, мы успешно реализовали и продолжаем реализовывать. 2022 год объявлен губернатором Ленинградской области годом команды 47. Я думаю, что дружная, сплоченная команда Ивангорода вольется в это движение, и мы сможем с вами реализовать все задуманные планы, реализовать все намеченные с вами мероприятия. Я уверен, что вместе мы достойно встретим 22-й год и достойно пройдем его до самого финиша. Мне хотелось бы пожелать всем ивангородцам крепкого здоровья, благополучия и в семьях, и в своей трудовой деятельности. Чтобы каждый из вас гордился своим городом, чтобы каждый из вас на своем боевом посту, в своем дворе, был достойным жителем Ивангорода. С праздником вас! С наступающим 2022 годом!